Здорово, живые Dead Inside. Да недавно вышел новый искусственный интеллект, который делает просто охренительные работы из текстового технического задания, то бишь ТЗ. Я подумал, почему бы не создать какую-нибудь картинку к Sons of the Forest? Просто интересно посмотреть, как искусственный интеллект будет видеть эту игру и как он нам ее преподнесет. Что нам надо сначала сделать? Мы заходим на офигительный сервер и тут пишем slash imagine. И уже вот здесь мы пишем, что именно мы хотим увидеть от этого искусственного интеллекта. Я, например, напишу The Forest, поставлю запятую, Unreal Engine, Game, Realistic, Cannibals, и давайте еще напишем Axe, ну топор, поскольку это самый главный атрибут The Forest. И нажмем Enter. Окей, мы узнали, что слово «каннибалы» забанено. The Forest, Unreal Engine, Game, Realistic, каннибалы. Удаляем, пишем еще 4К. Просто, я понимаю, оно не создаст нам картинку 4К, но просто будет чуть больше деталей. Мы напишем вот такую вот команду, чтобы картинка была еще более детализирована. Также я бы хотел, чтобы эта картинка была 16 на 9, как превьюшка. Поэтому я сделаю вот так. Напишу AR, то бишь Aspect Ratio, и 16 к 9. Все. Нажимаем Enter. Сообщение начинает немножечко преображаться. Появляются 4 картиночки. И поскольку я написал здесь Q2, получается так, что картинка будет рендериться намного дольше, то бишь в 2 раза дольше. Но зато и качественнее результат будет. А пока это все делается, я бы хотел сказать огромное спасибо спонсорам и донатерам, потому что ну это охренеть как ну помогает продолжать быть мотивированным и создавать контент. Посмотрите, как уже классно начинает прорисовываться это все. Посмотрите, здесь трава, блин, охренительно выглядит. Еще и такой свет, это очень классно выглядит. Уже. Охренеть, и оно становится, и это всего лишь 70%, оно будет еще лучше. Итак, вот наша фигня доделалась. Теперь мы мотаем вниз, прямо вниз, вниз, вниз. И у нас будет выделено сообщение. Вот оно. Вот выделяется вот так. Смотрим, у нас получилось вот такие 4 картиночки. И я должен сейчас выбрать, какая картинка мне больше нравится. В принципе, они все выглядят просто охренительно. Как для... Ну, в принципе, она выглядит... Все из них выглядят охренительно. Но мне теперь надо выбрать одну. Хорошо, давайте для превьюшки выберем вот эту вот вторую. Точнее, это третья. Вот, считается оно как 1, 2, 3, 4. Выберем третью картиночку, вот U3 нажимаем, мотаем снова вниз. Сейчас будет вот выделено еще одно сообщение, и эта картиночка будет как раз таки увеличиваться и более детализированной становиться. Также мы, пока эта фигня вся происходит, мы можем посмотреть, что создают другие люди. И в принципе, вот посмотрите, ну какая красота. И мы даже можем посмотреть, что именно пишут люди, то бишь какие запросы они задают этому искусственному интеллекту, чтобы он нарисовал такие картинки. Я вам сейчас покажу, какую картинку я уже успел сделать. Вот так. Я считаю, это охрененная картинка, типа я написал колоссальный титан, что-то там разрушенный город, драматический свет, и ну просто за 5 минут вышел вот такой охренительный результат. Дизайнеры начинают потихонечку волноваться. И... Давай же, 100%. Вот такой вот у нас результат получился. Я считаю, что как для искусственного интеллекта это довольно неплохо. Но мы можем еще сделать небольшой апскейл. Вот, нажимаем вот сюда, мотаем вниз и смотрим, и ищем, где наши результаты будут. Вот. То есть, все, теперь оно начинает еще сильнее, наверное, детализировать, апскейл делать в принципе. И сейчас мы посмотрим на результатус. И теперь мы можем просто нажать посмотреть результат и увидеть уже нормальный результат. Получилось довольно неплохо, тут убралась какая-то коряга, я считаю это даже плюсом. Тут
в принципе, эта штука стала не такой заметной, но посмотрите, какой вот свет подобран, как размыт, фокусное расстояние какое. Просто вот этот свет, еще отражение на камне, выглядит просто охрененно. Сейчас я попробую сделать еще парочку таких картинок, чтобы просто выбрать лучшую и посмотреть, на что способен этот искусственный интеллект. И я вам покажу, как бы, результаты и поставлю на превью как раз таки то, что будет самым красивым. Нихрена себе! Тут просто все фотки офигительные. Вот кому-то не хватает Моники из Доки-Доки в реальной жизни. Ух, нихрена себе, он огромный здесь. Итак, я сделал все картинки, и у меня закончились бесплатные использования. То бишь, если вы хотите сделать какое-то говну, то лучше делайте что-то годное сначала, а потом уже делайте говну, потому что вам придется либо заплатить, либо просто перестать этим пользоваться. В общем, какие результаты у меня получились? Первый результат, который мы все видели, он довольно хороший. Дальше я решил просто сделать... Просто лес, вот такой вот общий план хотел взять, и в принципе я считаю, что очень-очень даже неплохо вышло, учитывая вот всю картинку, да, то есть тут есть и речка, и отражение, и свет такой драматический, и даже некоторые деревья, они лысые, почему-то, я не знаю почему. И в последней картинке я хотел просто хотя бы повторить как-нибудь скриншот из самой игры. Вот этот вот с хеликоптер-хеликоптер. Так вот, вот что у меня вышло. Это максимально приближенное. Это с первого раза сделано, то бишь я не переделывал, потому что как раз таки у меня закончились возможности. Вот, получается, что в принципе я считаю, что это довольно неплохо, но проблема в том, что я дебил, я не указал, какой должен быть этот сам вертолет. То бишь, в игре он у нас военный, насколько я помню. Здесь я просто не указал, какой вертолет должен быть, и поэтому он сделал мне вот такой вот какой-то хай-тек, какой-нибудь вертолет, который просто упал в лес и стоит такой вот весь светится. Я считаю, что, в принципе, результаты получились охренительными. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите другие видео обязательно. Они тоже очень интересные. Удачи!